Нормальный чай, хороший, Алексей Федорович. А? Чай вам нравится? Хороший чай? Да не знаю, уже даже не чувствую, какой чай. Нет, нет, вы все отлично чувствуете. Крепкий, что нет? Вы? Хороший, крепкий чай. Я только что сама заварила. Оля. Да. Тут вот несколько минут, на которые я рассчитываю, потому что мне тяжело говорить, но с тобой я... хотел поговорить. Я слушаю вас, Алексей Федорович. Я не мог и не имел возможности ходить в подробности, но знаю, что у тебя горится своя собственная духовная жизнь, а не только физическая трепотня. Поэтому ты меня всегда привлекала. Вот у тебя есть чувство. Чувство большой жизни. Конечно, все мы рассеяны и
приходится делать много пустого, ненужного. И дальше и жить трудно. И большинство этими ограничивается. Но как раз ты отличаешься вот тем, что я сказал. Ты умеешь страдать. Да все страдают. А ты особенно умеешь страдать. Поэтому и сейчас, когда я сильно болен, и неизвестно, выйду ли я из этой болезни, я думаю, что я не выйду. Поскольку жизнь моя приходит к концу, то я решил тебе сказать. Прости, что сказал. Плохо. Я не знаю, как это выразить, я не знаю. Да я и не хочу выражать. И знаешь что? Иди от меня. Иди от меня. Покинь меня. Покинь меня. Господи. Es kommt der Wand Provinzär zu Schöndr. Berlin, man sieht ihn dann geschwinde. Zu Friedrichstraße 10. Und Pupen, mein süßes Püßen. Pupen, mein süßes Pupen. Pupsik. Это немецкая билета. Pupen. Немецкая билета, которая... А, у нас она шла, да, Пупсик? Она весь свет обошла. А, весь свет обошла. Пупсик. Это в каком году примерно? 14-й, да? Это во время войны было, да, Алексей Федорович? Да. 14-го года. Ах, это 14-го года? Ну, конечно. Йо, кто такой я? Профессор Розе. Йо, капитан, с собачьим нюхом и с чутким слухом. Я вижу все, я вижу все и всех. Насквозь, да, насквозь. Я боюсь, как бы я не вызвал у тебя разочарования.
Дело в том, что в те годы я ведь был очень молод. Что же я был, начинающий студент? А эти были уже крупные люди. Все эти Булгаковы, Бердяевы, Трубецкие. Это были уже крупные люди, так что я даже формально с ними здоровался. Они мне протягивали руку, но, собственно, ни с кем я не мог сблизиться. Только с Франком, может быть. Франк как-то с большим чувством относился к моим полторовским исследованиям, и как-то он более чувствительно и более глубоко меня понимал. А остальные все-таки слишком были бы высоки и далеки от этого мальчишки, который только что появился в Москве, ничего никого не знает, и что он может дать, и что он может наблюдать. Поэтому, а кроме того, тут же наступает революция. Я в 15-м году кончил университет, а в 17-м году революция. Так, значит, как раз, когда я стал более взрослым и мог бы себя как-нибудь проявить и сблизиться с ними, как раз это все было механически прервано. Поэтому то, что я буду говорить, к сожалению, это будет очень недостаточно и очень мало. Вот. Так что это религиозное философское общество имени Соловьева в 18-м году кончило свое существование. Тогда Бердяев сказал, что тогда мы без Соловьева войдемся. И стал, собственно, это то же самое общество, те же самые лица, но под другим названием, а название чисто бердяевское. Название такое – «Вольная академия духовной культуры». Потому что единственное, о чем Бердяев целую жизнь долбил, единственное, о чем – это вольная духовность и свобода. Это апостол свободы. Он даже говорил, что свобода – это Бог. Это Бог. Настоящая свобода – это Бог. Почему? Бог делает то, что хочет. Никто, кроме него, не может, только он. Нет ничего и никого, что могло бы ограничить его свободу. Так что религия – это есть учение о свободе. Ну, это главное. А потом это же отражается везде и во всем, вплоть до политики и до современной жизни. И надо сказать, что Бердяев в 90-х годах был же в ссылке. А потом они же все были марксисты в 90-х годах. Так что, а потом, после 1905 года, они увидели, что такое революция, и, значит, отошли от марксизма. У Булгакова есть даже сборник «От марксизма к идеализму», где он этот процесс описывает. И в самой яркой форме это выразилось в сборнике «Вехи» 1909 года. Ну, «Вехи» сейчас страшная книга. Это нельзя ее ни читать, ни иметь, ни говорить, ничего. Ну, не знаю, может, теперешние события, теперешние рассуждения, может быть, несколько ослабят это дело. А вот Ленин ненавидел эту книгу. И вещи эти исчезли из горизонта русской интеллигенции. Когда я это читал,
Я вас оставался глубокой мысли. Очень глубокая мысль. Они увидели, что революция слишком подавляет личность. Поэтому стоял вопль о том, что, а где же человек-то? Ну хорошо, производство. Производство, хорошо. Прогресс общественный. А человек же где? А человека нету. В то время как в 90-х годах, там по наивности еще думали, что марксизм и учение о личности совместимы. Но они, конечно, в известной степени совместимы. Но только не тот совместим марксизм, который состоит из материалистических ничтожных учений. Для этого должен быть марксизм более тонкий. Он и есть такой, он носится в воздухе. Я ему сочувствую. Да-да-да. Так что это действительно вещи. И потом еще второй сборник. Из глубины. Причем такой эпиграф. Из глубины возмах к тебе, Господи. Господи, услыши глас мой. Вот, где говорится о том, что вот, смотрите. Вот мы говорили в 909 году, что такое революция. Вот, пожалуйста.
Она у нас одевается на правую сторону. Вот я вам ее сейчас и приколю. Это чистое золото. Да что вы? Я живу, работаю, страдаю, мучаюсь. Из-за чего? Судьба? Судьба. Почему я так живу, а не иначе? Почему я родился тогда, а не тогда? Не я же себя рожал. Почему? Неизвестно. Вот мне предстоит подохнуть завтра или послезавтра. Почему? А почему не через год? Так что, видишь, с понятием судьбы я в результате изучения всей истории философии все-таки должен сказать, что с понятием судьбы расстаться невозможно. Ну, правда, все эпохи имели свои собственные представления о судьбе, это правильно. Одна судьба в античности, другая судьба в средневековьях. Тут масса оттенков. Но раз выдвигать какой-то один принцип, то я бы сказал, что да, свобода очень важна, да. Но и судьба тоже. Большое имеет значение. И свобода, и судьба. Вот. Это мое воззрение выражено в самой краткой форме и в дурацкой форме, потому что я же тебе ничего не доказываю, я только что так машу кулаком. Это целое учение. У меня это разработано как учение. Конечно, я его нигде не мог выразить. Но оно проскальзывает при анализе этих памятников в истории философии. Оно проскальзывает это учение о судьбе. Так что внимательный человек может присмотреться и понять, что я тут имею в виду, когда говорю о судьбе. Но в систематической форме до 87 года нельзя было, в течение 70 лет нельзя было в частной форме сказать, нельзя было. Всякий издатель стал бы креститься от такого потом тут, как несколько лет назад, пришел один человек, который принес книг 15 или книг 20 эмигрантской литературы, причем почти все они бердяевские книги. И подавал, правда, за большую цену подавал. Я говорю, что нет, я этими не интересуюсь. Боялся купить.
святый, бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый, крепкий, святый, бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый, крепкий, святый, бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти веки наше, Владыко, прости беззаконие наше, святый посети, и немощи наше, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же есть и на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам вниз, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должников наших. И не веди нас в свои искушения, но избави нас от лука. Это акт божественной любви ко мне. Значит, это нужно для моего вечного спасения. Никакая самая точная наука не может предсказать данное явление. Так что данное явление, так или иначе, по крайней мере, в смысле неожиданности, оно всегда момент судьбы в себе содержит. Мир и бытие вообще существует или не существует? Очевидно, существует, а иначе мы упадем в субъективизм такого скверного буржуазного типа. Хорошо. Теперь мир зависит от чего-нибудь или не зависит? Он ни от чего не зависит, потому что ничего другого нет. Кроме мира. Нет же ничего другого. Все другое это уже вошло в мир. Значит, мир зависит сам от себя? Да. Значит, мир творит сам себя? Да. Значит, мир управляет сам собою? Да. Так позвольте. Это же Бог. Бог же и есть начало какое, которое творит все. Который ни от чего не зависит, потому что ничего кроме Бога нет, который все впервые творит. Почему? Потому что без Бога ничего другого и нет, и быть не может. Значит, получается так, что либо мы мыслим, что мир есть, либо нужно забыть о существовании мира и считать, что
мир – это ерунда. Непознаваемая и никому не нужная ерунда. Потому что что же Луна? Луна – не мир, а только часть мира. Солнце – не мир, а только часть мира. Какой-то Арктур Левега – это часть мира, а не весь мир. А где же мир-то весь? А весь мир представляет собой то целое, которое неделимо на отдельные части, которое выше отдельных частей и выше их совокупности. Так позвольте, а это же есть Бог, который выше всего и всем управляет, и всем движет, и все. Уже в античности это все уже там продумано было. Но там не было продумано одного. Все это продумывалось без понятия личности. Например, первоединое. Оно, конечно, выше всего. Оно, конечно, ни на что не делимо. Так что все это правильно продумано и продумано по-христиански. И продумано по-христиански. Но продумано как? Математически. И поэтому называется единое. Или эстетически. Поэтому называется благо. Но оно не имеет имени, и поэтому оно не имеет мифа, оно не имеет священной истории, и вообще оно не есть личность. Я думаю, что в средние века пришли к понятию личности, в этом отношении они пошли дальше и выше античности. А новое время тоже стоит на точке зрения личности. Но только имеет в виду личность не абсолютную, а человеческую. Абсолютизирует человеческую личность. Ты хочешь сесть на место Божие. Поэтому я отбрасываю абсолютизацию человеческой личности. А иначе у меня ничего не выйдет. С человеком ничего не выйдет. И все равно я не буду захватывать то, что существует вне человеческой личности. А несомненно, что-то существует вне человеческой личности. Поэтому я бы говорил о личности, но только не в относительном, не в человеческом абсолютизированном смысле, а о самой личности в абсолютном смысле. Конечно, это есть учение о Боге, но это учение о Боге далеко. Далеко от традиционного богословия, далеко.
Судьба. Так это есть момент первоединства. Потому что первоединство, поскольку оно охватывает все в одной неделимой точке, оно и есть, в конце концов, есть судьба для каждого человека, для каждой вещи. Потому что ты не знаешь намерений Божьих, плана управления миром ты не знаешь. Как же так? Это же есть высшее благо. Бог. А такое кормление допускается. Но Богу это для чего-то надо. А надо ему в общей форме, можно сказать, конечно, для спасения всего мира. Но почему? Молчим. Почему молчать? Потому что ты дурак. И формулировать все божественные решения, все намерения божественной воли ты не имеешь возможности. У тебя нет таких данных. Вот почему мы умираем и в то же время благословляем божественную волю. Да-да. Да-да, что не есть, то к лучшему. Только это не пошлое такое самодовольство, а это трагическое христианство.